Начинаем. Все зашли? Царю небесный, утешителю души истины, и везде сы, и вся исполняя сокровища благих, и жизнеподателю, приди, вселися в ны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Боже, милостив будь к нам грешным, Господь милосердный, прибудь с нами, прости наши прегрешения и благослови нас. Господи, Тебе за все хвала, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Сегодняшнее чтение. Галатам. Послание Галатам святого апостола Павла, глава 4, стихи с 22 по 31. Четвертый стих. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Толкование святого Феофилакта Болгарского. Выше он сказал, что вы дети Авраама, но так как не одинакового достоинства были сыновья патриарха, но один был от рабыни, а другой от свободной, то теперь он показывает, что вы не только дети, но и таковы, каков был свободный и благородный. Так облагородила вас вера. 23 стих. Какое-то повторение непонятное. Ну ладно, читаю как есть. Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Толкование. Так как его слова, что они сыны Авраама, казались невероятными, дети ли в самом деле Авраама те, которые не родились от него по плоти, то Павел говорит, что и Исаак, собственный сын Авраама, не по плоти родился от него, да и как это могло быть, когда естество омертвело, но Слово Божие и обетование образовало его. А Измаил родился по естественному порядку, ибо это и означает выражение по плоти. Но при всем том, рожденный по плоти, есть раб и чужд наследия, а рожденный не по плоти, господин и наследник. Что же препятствует и вам, хотя вы и не родились по плоти от Авраама, быть его сынами? И вы ведь через произнесение слов прикупели, получили новый образ бытия. 24 стих. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Агарь. Толкование. То есть история сия не только повествует об этом, но указывает и на нечто другое. Поэтому и называется аллегорией. То было образом настоящего. 25 стих. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что они с детьми своими в рабстве. Это два завета. Толкование. Какие же? Две жены эти представляют аллегорически Новый и Ветхий Заветы. Каким образом? Агарь – Ветхий Завет, ибо закон и дан был с горы Синая, а Синай находится в Аравии, и на арабском языке называется Агарь. Соответствует же Иерусалиму, то
то есть находится в соседстве, соприкасается или употребляется дольнему Иерусалиму. Сравнивается с ним, переносится на оный, так как есть сходство между обоими. Как Агарь была рабой и рождала в рабство, так и закон, данный с горы Синайской, которая называется Агарь и уподобляется Иерусалиму, рождает в рабство тех, которые держатся за него. Ибо в законе много несвободного и рабского, потому что и добродетель обосновывалась на тленной награде, на земных, говорю, благах, и удаление от зла, от зла внушалось наказаниями и страхом. 26 стих. А Вышний Иерусалим свободен, он Матерь всем нам. Толкование святого Феофилакта Болгарского. В том прообраз Агари, посмотри также и прообраз Сары. Она ведь преобразовывала горний Иерусалим, он же есть град верующих, откуда и закон наш, ибо с неба Евангелие. Этот град свободен от наблюдений закона, и все в нем устрояется свободно и с благородным достоинством. Ибо ничто у нас не совершается из-за видимой награды и не угрожает нам телесные наказания, но и обещания более божественны, и наказания приличны благородным, именно отлучение от таинственной трапезы и епитимьи. Комментарий Игнатия Тихоновича. У мусульман эта мысль четко проводится, что их священная книга Коран была дана Мухаммеду в готовом виде, с неба. И они в это верят, безусловно, все. Что касается христиан, то наше Евангелие с неба, в это почти никто не верит. Иоанн Златоуст постоянно напоминал делать сравнение с окружающими нас людьми, хотя бы это было и не в нашу пользу. Особенно в православии необходимо немедленно, денно и ночно твердить о том, что Библия пришла к нам с неба, что не только последняя, 77-я книга в Библии, называется Откровение, но и вся Библия называется Откровением, данным от Бога. Авторитет Библии в замаскированном виде и почтение к ней, сверхпочтение, оказывается при выносе Евангелия в церкви. Необходимо, чтобы точно так же каждая душа на престоле своего сознания поместила великий авторитет Библии. Мартин Лютер, протестант, любил Библию и высказал такую мысль. В мире есть только одна книга – Библия, и только одна личность – Христос. 27 стих. Ибо написано: возвеселись, неплодное, нерождающее, воскликни и возгласи, не мучившееся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Толкование. Недовольствуется этими прообразами, но ссылается на свидетельство Исаии, который церковь из язычников называет неплодной и не имеющей мужа. И действительно, она была лишена богопознания и бездетна, так как не произвела ни одного пророка Божия и учителя. А иудейскую синагогу называет имеющей мужа, или потому что она имела закон, который руководил ее действиями, или потому что имела самого Бога. «Воскликни» употреблено вместо «воскликни голосом радости», потому что у тебя теперь множество чад, и пророки, и учителя, и сыны Божии произошли от тебя. Ты всю вселенную породила, а не один народ, как иудейская синагога. Стихи 28-29. «Мы, братья, дети обетования по Исааку, но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне». Толкование. Церковь, говорит он,
будучи неплодна, подобно Саре, не только стала многочадной, как та, но и родила таким же образом, как последняя. Как ее не природа, но обетование сделала матерью, ибо тот, который сказал: «Я опять буду у тебя в это же время», Бытие 18:10, вошел в чрево и сотворил плод. Так и у нас, как и выше сказано, божественные слова, произносимые при крещении, совершают новое творение. Потом, чтобы кто-нибудь не сказал, какая это свобода, когда иудеи бичуют верующих, а те, которые думают быть свободными, подвергаются гонению. Он говорит, что и тогда так же было. Измаил гнал Исаака, но тем не менее это нисколько не помешало преследуемому быть законным сыном Авраама и господином преследуемого. Итак, из самого этого преследования нас, иудеями, открывается наше сходство с Исааком и родство с Авраамом. 30 стих. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободный. Толкование святого Феофилакта Болгарского. Чтобы кто-нибудь не сказал, что же отсюда? Утешительно ли для верующих, которые теперь подвергаются преследованию со стороны иудеев, то, что и Исаак тогда подвергался гонению? Он говорит: послушай, что говорит Писание, и получишь вразумление. За временное гонение, которому подвергал Измаил Исаака, он совершенно изгоняется. И в наказании не только подвергается изгнанию, но гораздо более лишается участия в том, что уготовано сыну. А это наказание тем сильнее, что имеет свое начало не в преследовании, а в решении и определении Божьем. Заметь также, что он того, который не удостоился наследия, назвал сыном не Авраама, а рабыни, указывая, что он и очень низкого происхождения. Итак, смотри, он доказал, что сам закон указывает на свою отмену, так как все сказанное, будучи прообразом теперь совершающегося, написано в законе, то есть в книгах Ветхого Завета. 31 стих. Итак, братья, мы, дети, не рабы, но свободны. Толкование. Все это направляет к тому, чтобы показать, что все случившееся теперь с нами прообразовано было за много лет прежде. Как же после этого не странно, получив за столько лет прежде свободу, опять добровольно становиться рабами. Богу нашему слава! На веки аминь! Да, включите вентилятор. Татьяна Кузьминична всем передает поклон, она в деревне. В какой деревне? Нина, наверное. Нет, в другой деревне. Приедет, расскажет. Сказала так. Ну, здорово, слава Богу. Я хочу сделать. Ну, пожалуйста. Рита, дочь Нелли Алексеевне, передала сегодня, значит, булочки, конфеты, чтобы вы помянули все, поэтому не уходите, заберите это, пожалуйста. Она просила еще что? Поблагодарить всех за, ну, тех, кто помогал ей, кто сопровождал ее там, и вообще всю общину за то, что... хорошо относились к Нелли Алексеевне, она всех хорошо помнила. Она просила прямо всех-всех поблагодарить. Слава Христу, она говорит. Царство Небесное, наше состояние. День, 9 дней будет уже завтра. Когда? Завтра. Завтра. Она умерла 31-го. Так, ну еще о болящих. Кто у нас? Людмила Степановна, кто ее посетил? Да, Людмила Степановна выздоравливает, еще в немощи. А вы что, путешествовали что-то? Да нет. Тоже мы после раз потеряли вас. Ну, тогда я тоже хочу поблагодарить от имени моего Марины,
тоже мы путешествовали на соль, на соли, немножко здоровья. Подсолил колени? На мировом? Ну, да, на мировом. Там сестра Ольга Симоненко живет. Мы с ней не встретились. Она, оказывается, новый телефон у нее, она ничего не сообщила. Я говорю, тебя жду, жду, жду. Я звоню, звоню, ничего не могу понять, что такое. Так, а, ну, у нее там нормально. Она там как бы души пытается приводить. Но реклама вот эта, то, что ролики, видеоролики и так далее, и через священников люди очень многие уже знают, кто близко к церкви, знают о нашей общине, об Игнате Тихоновиче. Поэтому только если услышали Лапкин, то пиши пропало. То есть антиреклама будет? Да, все, практически всегда, любой видик попадает, как будто сначала просто негатив страшный. Ну, вы сами видите, у нас сейчас вот ходили, люди приехали, тут купили квартиру, и никого нет уже. Все. Там Даниил Запорожец появился, парень молодой, помните его? Запорожцы, да? Да, запорожцев. Ну вот, у него тоже падение веры произошло. Ну, в храм он ходит редко, правда, бороду не трогает. Никаких у него таких он грехов нету, он не курит, не пьет, не блудит, ничего нету. Но я говорю, да, все-таки 5 лет, от 3,5 до 5 лет оглашения, оно просто необходимо. Мы уже вот сами все это видим. Ну, такие падения идут, и все кошмарные. Игнатий Тихонович, ну хотя бы на второй год кого-то оставлял. Нет, он всех подряд крестит, и милость такая. Ну, он не крестит. Последнего времени. Последнего времени. Батюшка. Да, 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 да. Я тоже, я все понимаю. Я в курсе. Так, значит, еще о болящих. Кто у нас болящие? Любовь Петровна. Да, прооперировали ее, но она теперь все довольна, спокойно. Валентина Павловна прооперирована тоже, наверное, как и Людмила Степановна, пока да. еще не может посещать ну, да, храм. Это понятно. Так, о путешествующем Никите я в молитвенной поддержке написал, сегодня тоже помянули. До 12-го, то есть до пятницы, он еще путешествующий по работе. Москва, Минск, там. Ой, ничего себе. Большой человек стал. Вот. А сколько ему уже? Большой мальчик. До 40. Через 31. 31 всего, да? Совершенно плохо. Уже 40. Агнюша тоже немного приходит. Агния вот хворает, да, Агния хворает. Брата вот Тарасия вижу сегодня, рад. Видеть. Нету видео. Так, ну дробота ж вижу сегодня. Слава Богу, не проспали, явились. Слава да, Богу. Да. Енафа, как всегда, работает. У нее одна неделя полностью рабочая. Она работает почти по 11 часов в день. Всю неделю. Вот пока молодая, себя решила проверить. Вот про рабов говорим, про рабов. Вот Енафа полурабыня. Причем еще переживает за работу очень сильно. А? Участник? Ну, конечно, участник в тканях. Причем, когда устраивалась, он сказал, суббота-воскресенье это будете отдыхать постоянно. Да, да. Я говорю, да, ты поверь, конечно, да, да. Ну и все. Отработала ровно одну неделю она так. А потом началось. Как молодую, туда-сюда, туда-сюда, и в конечном итоге закабалили на Балтийской. Она приезжает, вчера приехала, где-то, наверное, без 15:10 или без 10:10 вечера. Я говорю, что ты зимой будешь делать? Я говорю, ты хоть сходи к нему, ну, к этому начальнику, покажись, скажи, я же молодая девчонка, вы что делаете там? Ничего, по ночам шарится? Вы свою жену посылаете в 10 часов вечера одну? Да ладно. Ну, все понятно. Какая то есть мы про рабов говорим, вот. Человек сам себя в рабы определяет. Ну, до 9, если работает, к примеру, магазин, я не знаю, то, конечно, она в 10 да, часов. Да, где-то до 8 работает до 8. Магазин. Ну, да, если до 8 дорога там пока туда-сюда. А там дорога. Балтийская. И это вообще другая страна. Вообще. Ну да, пока там. Да, там очень долго, час ей добираться.
тем более. Она еще там в магазин заходит. Зачем сейчас Ленинский-то не работает, это мост? А нет, а Балтийская, она на 53-м. А мост не мешает. Там 53-й идет, я не знаю, через весь город. Медленно еще. Андрюша сегодня один хворает в твоей. Да? А почему молчишь? Надо говорить. Кто хворает? Сын хворает, мать? Сын. Сын хворает. Ну, мы по кивку головы не понимаем. Ты тогда борзятый. Да. Молящая не все. Так. Еще кто вот видишь так? А? А, да, Марина заболела. Ну, Марина простыла вот на солях. Ну, деньги заплатили, а в соль-то надо окунаться, потому что оно же где-то его потом возьмешь. А там рачки и плавают, зрачки. Собой не привезешь. Ну, и все, и пришлось утром нам залазить в воду. Я говорю, Марин, по-моему, холодная для тебя. Она зашла холодная, и сама идет, зашла. Ой-ой-ой, холодная. А выезжать 12 надо. Там заканчиваются домики эти. И все, зашли, я еще ничего посидел. Я говорю, как ты там сидишь? Мне прохладно даже. Братья, Нестор, что у тебя там? У меня сопли даже. Поступлением. Документы как? Не пойму. Нормально. Нормально. И что? Да. Экзамены какие-то будут? Будут только 16 числа. А? Результаты только 16 числа. Результаты чего? Поступил, не поступил. Зачисление? Ну, зачисление. Понятно. Конкурс-то большой? Достаточно. Конкретно? Да откуда вы знаете? Ну как, я всегда абитуриенты знаю. Много людей. Да, ну, так, там очень много людей. Приблизительно. С высокими баллами. 100 человек минимум. Да. 100? Ну, наверное. Да ладно. На место минимум, да? Ну. На место 100 человек. Я на кого не знаю. Вау. Ничего себе. Это уж что-то. По-моему. Скажем по-американски. Вау. Скажи. В Москве. Смотря на кого. Я в десантнике поступал 81-го, 20-го. 10-го будут. 10-го нам скажут этот. Будут результаты у зачисления. У нас почему-то так получилось, что позвонили туда, сейчас в администрацию. Кто позвонил? Ну, Станислав Ильич позвонил, уточняет. Ну. Когда там? Сказали вроде как мне, когда я поступал туда, документы все это подавал, мне сказали, вот 9 мы вам августа скажем, приняли вас, нет. Станислав Ильич перезвонил, спрашивает, говорят, только 10 сентября скажут. И это на заочный. То есть очников уже приняли, кто очно поступали. Их уже приняли, им уже все сообщили. А на заочный вот только 10 числа, но меня, скорее всего, возьмут. Иван Андреевич поступает на заочный, спасибо. Поэтому вот. Ну, хорошо. Потому что он будет. Хорошо. Он же будет. Я один поступаю, у меня половина. Яблоко от яблони не укатилось далеко. А он сможет и служить. Это хорошо. Да, конечно, он будет служить днем, а вечером будет. Надо же ветеринарный. Там, вот, на небесах. У нас там половина, половина группы из колледжа поступала тоже на заочное. Так, и, да, то есть ты будешь служить и параллельно будешь учиться. Да. Вот поняли, да? Нормально. Что будет параллельно учиться и служить. Альтернативная служба и учеба одновременно. За учебу денежку буду давать и за альтернативную службу денежку. Нормально. Пойдет. Слава Богу. Брату нашему. Слава Богу за все. Игорю Владимировичу и Севастьяну. Благодарность. Поспособствовали работе. То, что с альтернативной службой главное. Ну, я как бы. У меня только переживания были. Ну, молитва, переживания, доставка. Вот брат с Кургана, да. Он ну, тот прям. Брат. Кстати, брат из Кургана, он поранит. У него там заклинило задний мост, что называется. Вот. Поясница, задний мост. Я думаю, есть ли у него? Есть. Да, да, да. Зарядка, наверное, у меня давно закончилась. Ну вот у него там зарядка, да. Там главное это самое нагрузка большая на этот задний мост. Поэтому он даже не мог войти в компьютер из завеса. Ну, компьютерная томография. Не мог он пройти. В аппарат не вместился. Ну, естественно. Мышечный корсет совершенно не работает. Мышечный корсет живота он не держит, то есть. Так что ну, молитесь, чтобы Господь ему помог. Я ему расписал, что нужно делать. Но это сложно. Это сложно, нужно себя заставлять. Надо заставлять себя не только в духовном плане, но и в физическом плане тоже. Потому что все это взаимосвязано. В здоровом теле здоровый дух.
Дух здоровья в здоровом теле. Начнем так. Да, это так. Это правильно. Вот не всегда. Не всегда, да. Мы из Евангелия читаем там часто. Я уже говорил о том, что вот, так сказать, мы неоднократно слышали, страдающий плотью перестает грешить. Вот я страдал плотью, будучи в инфекционном госпитале инвалидов. Не инвалидов, пока ковидных. А грешил-то. Вот меня раздражают эти мои соседи, там эти, которые постоянно там всю ночь... Кашляют. Нет, не кашляют, а радио слушают там на громкость, там, да, по телефонам там. Ну, это справедливая реакция, мне кажется. Ну, так однако. Ты как христианин должен быть смиряться. Да. Что это по ночам шуметь нельзя? Что это стремится? Правила соблюдать надо. Я бы поэтому не иду в больницу. Мне надо отдельную палату со стенами толстыми. Тебе предоставляли, да? Да. Или человека глухого. Так, вот еще. Значит, сегодня отсутствует Константин Георгиевич. Да, они путешествуют. Вода холодная, они тоже сидят на берегу. Но понимаете, что Господь все устроил, нам нужно заняться будет, батюшка же просил, отопление, чтобы отопление у нас соответствовало тому котлу, который мы купили. Потому что потребитель это то, что здесь, вот все батареи, трубы, которые отходят от котла, они недостаточной мощности, то есть мало потребляют, поэтому туда не закинешь больше, чем нужно. Там и насос нужно, еще нужно дополнить вот это потребителя. Кроме Константина Георгиевича у нас никто не сможет? Да, он занимается тем, чтобы рассчитать все, что правильно это сделать. Найти человека, чтобы сделать это. Что, дополнительные батареи нужны, да? Да. Он занимается. Ну да, это, конечно, не батареи. Так что, помогите, чтобы мы все устроили, чтобы человек этот пришел и сделали как нужно. И чтобы это было действенным. Михаила Петровича поблагодарить нужно за то, что он тут и около дома, и около на территории, все это облагородил, все. И начал там на кухне ремонт. Валерий, брат, тоже обещает нам там продолжить на кухне ремонт. Ну, это мы поговорим, обшители, а штукатурить нужно, что за там. Поговорим мы с ним сейчас, еще раз вернемся к этому вопросу. Можно собирать уже. Собрать, купить. Отлично. Так что, кроме того, что вот Константин Георгиевич будет заниматься, нужно будет еще готовиться к тому, чтобы это будет, естественно, вложение, может быть, денежное, чтобы дополнить надо. Или либо радиаторы дополнительно купить, либо трубы такого же диаметра дополнить нужно, вот, чтобы под каждым окном это было. Работы много, и вот он, пока не знаем, как это будет. Ну, одним словом, обычно, Господь. Да, Господь. У нас сестер уже в возрасте никого нет. Я следующий буду. Да. А ты не сестра, ты моя тёзка. Ну, потому что так получилось. Ты да. Еще не в возрасте. Ну, в каком ты возрасте? Нет, ну я еще не в возрасте, но я следующий. Есть еще поставки. Так, еще у кого есть. Еще чуть-чуть пороха осталось. Да, ну вот сегодня. Долго уже не замечу. Сегодня Любовь Николаевна сообщила о том, что батюшка сегодня будет здесь, поедет к владыке по вопросу по Тереевскому продолжению следования. Но вы знаете, что было дважды приезжали по Тереевку после того ОМОНа, спецназа, приезжали еще там, мерили, недомерили, то есть ошибка там большая, приехали еще, был, значит, лесник. И был еще кто-то измерял, ну как это называется, кадастровый инженер, да. Да. И вот там уже вплоть до, с ошибкой до 1 сантиметра все измерили. Оказалось, что эта рощица, в которой пилили березки, она вовсе не входит в лесное хозяйство. Лесной фонд. Поэтому уголовная ответственность отпадает, в принципе. Но остается административная ответственность. Да. Она принадлежит. Это площадь администрации. Ну вот поэтому административная. Нет, нет. То есть уголовное дело остается, а ответчик какой-то другой.
Наказать то хотят не... другого, да? Нет, нет. Не ответчик, а который пострадал, пострадавший. Пострадавший, да. Да, это администрация. А так был бы лесной фонд России. Да. Так она не относится все-таки к лесному фонду? К государственному лесному фонду не относится. Слава Богу, да. Поэтому нет уголовной ответственности. Нет. Как таковой. Нет, неправильно. Все равно уголовная ответственность. Да, уголовное дело не закрывает, просто будет другой потерпевший. Потерпевший. Но это не земли потеряют. Сейчас они с администрацией общаются, чтобы те также писали против нас. Молитесь. Так что молимся. Молимся, продолжаем молиться. Поэтому сейчас уже вот начало уборки, а... Машина остается на стоянке. Нету машины. Так что это тоже. А брат Севастьян сказал, что пояснит и видать брат уехал. Брат Севастьян. Ушел. Нет, он давно. Ушел. Надо ж такая. Ну, молимся, чтобы Господь все устроил по его святой воле. Ну там надо сказать, что в интернет-сообществе там братья, они молодые, такие горячие, ответственные. Ищут адвоката, нашли здесь уже какого-то адвоката по лесам, который здесь в Барнауле живет. И с ним уже переговорили, как бы он даже готов как бы, помогать, и даже деньги там все найдет. То есть интернет-сообщество все будут собирать, братья. То есть, ну вот такие там у них. И... Ну помоги, Господи. Господь знает, откуда подать помощь. Да, ну самое главное то, что все понимают, что... Преступление, как там они несколько раз, вы преступление совершили? Игнат Тихонович с Володей стоят эти, в погонах, вы преступники, такие глаза, ай-яй-яй. Ну понятно, что все понимают, что преступники, они только перед сатаной, больше не перед кем. Всегда крестьяне нашли преступников. Топились, интересно. Да. Так, ну и все, наверное, да? Ну что у нас дальше будет... Песнопение, трапеза и занятия. Ну, я не знаю, трапеза будет или нет, может быть, без трапезы, по-быстренькому, раз, ну, два, как, все. Как решите. Там кому надо, пойдите вон за угол, поешьте. Сестра просит слова. Пожалуйста. Песня была такая, там, «Кружит планета» в советское время. Мне долго на нее хотелось написать музыку, тревожно зажигательно. Не пришло мне летом. Для Царства Божьего мы уготованы, но к суете земной всей душой прикованы. И не желаем мы связь эту разорвать, чтобы нам со Христом в раю пребывать. Господь оставил приметы, чтоб мог ты, идя по свету, увидеть время планеты, приближение конца. Убойтесь, смертные люди, и не надейтесь на чудо. Мир прежним больше не будет никогда, никогда, никогда. И скачут всадники навстречу нам уже. Печати сорваны, трубы гремят с небес. Ветра отпущены, стала красная вода, значит, нам собираться домой пора. Страдают люди без Бога им одиноко, сердца уныние гложет, путь к их душам закрыт, их равнодушие стены. Презрев законы вселенной, не могут Богу открыться, чтоб счастливыми быть навсегда. Куда мир грешный наш под горку катится,
Не тормозит совсем за Господа, не схватится. Лишь христиане здесь за Господом идут, навсегда счастье с ним в раю обретут. Каждый свой путь выбирает, он ходит по краю, не знает, что от его ожидает, не попасть бы туда. Пока живем, есть надежда, что Бог нас примет, как прежде, омоет наши одежды, быть с ним в раю навсегда, 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 навсегда. Это из того фильма, где она на пляже, да? Ой, море. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, бесславнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое за ченности Твоей Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а воочию. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спаси Христос. Спасибо. Алина.